На съезд приглашены 1054 делегаты и гостей, из них 801 делегат, 479 из российских регионов, 106 из Татарстана и 216 из зарубежного, дальнего и ближнего зарубежья. И почетных гостей всего 253. 89 человек из российских регионов, 160 человек из Татарстана и 40 человек из зарубежья. Таким образом, 1054 человека. Конечно, мы ограничены в своих возможностях театром оперы и балета, больше не помещает, поэтому желающих было просто невозможно сегодня выдерживать просьбы, ходатайства. У нас активные и наши активисты, и вообще работающие в этом направлении люди, естественно, хотят раз в пять участвовать на событиях, которые раз в пять лет проходят. Съезд уже шестой. За это время он себя показал с такой стороны, что каждый съезд отмечается особым таким настроем, особым подходом. Достаточно сказать, что пятый съезд Всемирного конгресса татар, который пять лет тому назад прошел, он принял концепцию сохранения национальной идентичности татарского народа. И этот документ, эта концепция потом впоследствии был принят за основу, и на этой основе была принята государственная программа Татарстана.